Развитие системы территориального самоуправления остается актуальным. Сегодня ТОСы – это огромный ресурс развития муниципалитета. Это главные помощники органов местной власти в повышении качества жизни людей. ТОСы все еще в стадии становления, а потому нуждаются в регулировании и поддержке со стороны властей. Помощь инициативным жителям в создании территориальных общественных самоуправлений в Фурманском районе началась еще в 2018 году. В настоящий момент на территории муниципалитета действует 21 общественное самоуправление. Глава Фурманского района Павел Колесников посетил ТОС «Пески», который образован в июле 2019 года. Уже в августе того же года он победил в областном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, получив грантовую поддержку на реализацию. Председатель ТОСа Полина Медведева, инициативный житель микрорайона и депутат Совета Фурманского городского поселения, рассказала Павлу Николаевичу о деятельности территории общественного самоуправления. В 2021 году проект «Сад Победы» ТОСа «Пески» победил в конкурсе Совета муниципальных образований Ивановской области в номинации «Лучший проект ТОС Ивановской области». Проект будет реализован весной 2022 года. В рамках проекта высадят 19 кустов сирени. Как и на всех выездных встречах, обсуждали не только участие в программе поддержки местных инициатив, жители делились планами и проблемами, а также задавали волнующие их вопросы. Ну, мы озвучили, наверное, самый наболевший у нас вопрос, который мы пытаемся решить уже достаточно давно. Это освещение нашей детской площадки. Она у нас освещена сейчас только одним фонарем. Мы хотим еще хотя бы еще один помощнее, потому что ни зимой, ни осенью, когда темно, здесь как-то неуютно становится и темновато, прям скажем. Вот надеемся, что Павел Николаевич нас услышал и найдется такая техническая возможность все-таки нам этот фонарь поставить. Мы очень надеемся. Мы это делаем для нас и для наших детей. Действительно, раньше тут был пустырь, и ничего тут не было. Был пустырь, а теперь мы это делаем дальше, чтобы это все процветало и все было хорошо для наших детей. Глава района отметил, что ТОС – это именно тот механизм, с помощью которого жители активно участвуют в решении вопросов, затрагивающих их повседневную жизнь. Затем Павел Николаевич ответил на вопросы, поддержав желание жителей участвовать в развитии территории. Отметил важность принятия совместных решений. Определенно, появление в районе подобных общественных объединений способно вывести на новый уровень взаимоотношения власти и населения, поскольку через эти объединения инициативные граждане озвучивают насущные потребности, а власть отвечает на них и старается помочь в решении вопросов. ТОСов на территории Фурманского муниципального района достаточно много. Вот мы сделали практику выезда по всем сельским населенным пунктам. Вот с сегодняшнего дня начинаем выезд по всем ТОСам, чтобы познакомиться, во-первых, с деятельностью ТОСов, и, во-вторых, наверное, узнать про проблематику, которая существует, чтобы в прямом контакте с жителями понимать, куда мы движемся. ТОС «Пески», как мне сегодня жители рассказали, существует с 2019 года. И мы видим, что здесь люди реально неравнодушные и пытаются благоустроить территорию вокруг себя. Территория достаточно ухоженная, действительно видно, что сюда не только деньги были вложены, но и душа. Жители задали некоторые вопросы, которые мы будем сейчас прорабатывать и дальше развивать эту территорию. В заключение глава муниципалитета поблагодарил всех неравнодушных к данному проекту. Павел Николаевич продолжит посещать территориальное общественное самоуправление. В настоящее время трудно вовлечь жителей города в деятельность ТОСов, особенно молодежь. Однако многое мы можем сделать сами. Получить гранты, подумать, что улучшить у территории своих домов, как привлечь управляющие компании, как объединиться и провести субботник или посадить деревья. Помните, то, что вы сделаете сегодня, объединившись в инициативные группы, достанется вашим детям. Что это будет? Уютный безопасный двор с игровым оборудованием или неухоженная придомовая территория со сломанной песочницей зависит от вас. ТОС – это дом, а значит, его надо постоянно приводить в порядок. Надо заботиться о нем и любить. Выбор за вами.